представителей породы британская короткошерстная кошка по праву считается одними из самых уютных домашних питомцев. Помимо очаровательной плюшевой внешности, они обладают ласковым, игривым и в то же время исполненным достоинства характером. Британские кошки – это традиционная английская порода, своего рода национальная гордость. Есть версия, что эти животные оказались в Англии еще в начале нашей эры и были завезены римскими легионерами. Существует и другое предположение, что они приплыли на французских судах из монастыря Шартрес, где монахи держали этих котов для борьбы с мышами и крысами. Моряки брали их с собой в путь для этой же цели, чтобы уберечь продукты питания от вездесущих грызунов. Как бы то ни было, в Англии котики завоевали популярность и долгое время жили в качестве обычных домашних питомцев. В XIX веке заводчик кошек Гарри Сен-Вьер вывел новую породу из уличных кошек и назвал ее британской. Британская короткошерстная кошка – это крупная порода, имеющая массивное коренастое телосложение. У представителей этой породы широкая грудная клетка, морда, уши и глаза и голова имеют округлую форму. У этих кошек короткий широкий нос и массивная нижняя челюсть. Шерсть короткая и густая, без пушистости, бывает более 100 окрасов и множество комбинаций пятен. Главная черта британской породы кошек – это их милые щечки, от которых люди приходят в восторг. Именно округлая форма щек, а также приземистое массивное тело с толстым хвостом покорили сердца окружающих и сделали британцев популярными не только в Англии, но и во всем мире. Незаурядный ум и аристократические манеры – характерные черты породистых британских котов и кошек. Они держат дистанцию с человеком, заставляя уважать свое право на личное пространство. Если роскошному внешнему виду британские кошки в большей мере обязаны английскому климату, то достоинство и независимость передались им с генами римских предков. Деликатность в отношениях с кем бы то ни было, хозяевами, детьми, другими домашними питомцами – одно из качеств, входящих в стандарт породы. Как истинные англичане, они интеллигентны, чистоплотны, избегают любых конфликтных ситуаций. Британка – это порода, имеющая ряд выраженных особенностей в поведении. Во-первых, британцы умны и независимы. Эти кошки не станут ходить за хозяином по пятам, мяукая и выпрашивая еду. Так что эта порода нормально переносит одиночество. Их можно оставлять дома одних на весь день и даже на выходные. При условии, конечно, что в доступе будут корм и вода. Во-вторых, британские кошки довольно активны и любят поиграть, но при этом не особо нуждаются в товарище по играм в виде хозяина. Их вполне устраивают игрушки для животных, особенно если они механизированы. Кроме того, невзирая на независимость натуры, отчасти именно по этой причине британские кошки преданные друзья для своих хозяев. Эти кошки не назойливы, но при этом любят находиться рядом. Они редко норовят залезть на колени и предпочитают лежать рядышком на диване или кресле. Британцы не будут выпрашивать ласку и навязывать свое внимание. Они терпеливо дождутся, когда хозяин уделит им время, и с радостью примут ласку, если она будет преподнесена тактично. А вот незнакомых людей британские кошки недолюбливают и боятся. Если в дом придет новый человек, хозяину вряд ли удастся продемонстрировать своего питомца. Он постарается спрятаться. Возможно, через несколько часов котик и решится выйти из укрытия, но гарантировать это невозможно. Еще одна характерная черта британца – они ревнивы. И появление других животных в доме воспринимают болезненно. Однако это выражается не в агрессии, а в демонстративном нежелании знакомиться и общаться. Но это только первое время. Потом кошка привыкнет. Правда, совместных игр и тесной дружбы, скорее всего, не будет. То же касается и детей. Британец никогда не поцарапает и не укусит ребенка. Однако товарищем по играм станет едва ли. К нему как нельзя лучше подходит характеристика – кошка, которая гуляет сама по себе. У британцев рождаются очень крупные детеныши, и вырастая, они становятся очень подвижными, с большим источником энергии. Кошка очень трогательно заботится о котятах и не отпускает их от себя практически никогда. Открывает глазки детеныши примерно через неделю. Котята очень быстро растут и становятся крупными и плотными, но они не толстеют. У британских кошек обычно небольшие пометы, так как котята рождаются крупными.
К 3 месяцам котята не только имеют хорошее физическое развитие, но и приобретают социальные навыки. Британские кошки обычно отличаются крепким здоровьем с редко встречающимися проблемами. Хотя большинство англичан на завтрак предпочитают овсянку, британским кошкам для крепкого здоровья все же нужна не легендарная каша, а сбалансированный и вкусный кошачий корм. Едят британцы совсем немного, но любят разнообразие. Популярность кошек этой породы во многом обусловлена тем, что британские кошки не нуждаются в особом уходе. Содержать их так просто, что справиться может даже владелец без опыта. Аккуратные котики обеспечивают полный уход за шорткой самостоятельно, но будут рады вниманию хозяина. В среднем британские короткошерстные кошки живут 18-20 лет. Британскую кошку можно считать идеальным приобретением по ряду причин. От них веет добротой, у них приятный характер, презентабельный вид и спокойный темперамент. Все это обеспечило этой породе большую популярность.